Великая Отечественная война сплотила весь народ нашей страны перед лицом неописуемого ужаса, и мужество должен был проявлять каждый, в том числе и хрупкие ранимые девушки. Эти события отражаются в нашей культуре и переосмысляются творцами уже долгое время. Более подробно поможет разобраться кинематограф. Здравствуйте, Анна. Как вы думаете, почему фильмы о Великой Отечественной войне интересуют современное поколение? Ну, за прошедшие 79 лет с одной из самых страшных событий в истории человечества, это события Великой Отечественной войны, в наши дни продолжает интересовать современное поколение. И по сей день снимаются фильмы на военную тематику. Рассматривая вот военные фильмы, я себя поймала на мысли, почему же они так интересны современному поколению. И мне показалось, что в этих фильмах главную роль играет молодость, которую проживали наши прабабушки, прадедушки, которые жили в ту тяжелую эпоху, но у них были те чувства, которые и подходят нам, современным зрителям, которые живут уже в современное время. И вот эти все чувства, эмоции и объединяют то, что нам интересно смотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Командир отделения Осянина. Боец Камелькова! Один из самых, мне кажется, важных и интересных фильмов о войне – это «Зори здесь тихие». Там достаточно необычный образ войны. В целом, фильм сам по себе отличается от других кинокартин. Вот расскажите о нем более подробно. На самом-то деле, фильмов снималось очень много, да? То есть были тематики, которые связаны и раскрывали мужество, характер, народ в целом. А фильм «Зори здесь тихие» – это новый образ войны, в котором играют роль женщины. И это история о группе девушек разных, девушек с разной судьбой, мечтающих о любви, нежности, семье. И они встречаются в таком неожиданном месте, при фронтовой полосе, в составе зенитного полка. Но эти девушки в ходе драматургии фильма, они проявляют всю смелость, отвагу в неравном бою с врагом, выполняя свой воинский долг наравне с мужчинами. Бедному сердцу! Так говорил он, но не любил он! Но главная идея фильма – это раскрыть тему женского участия и служения в событиях войны. И вот визуализировать их мужество наравне с мужчинами. Хоть фильм и военный, в нем очень мало батальных сцен. Их вообще нет в целом в кинокартине. Почему так? Почему режиссер не решает сделать акцент на батальных сценах и показать, к примеру, девушек в этих батальных сценах, а просто раскрывает персонажа через обычный быт какой-то? Фильм 70-х годов. И на самом-то деле это тот период, когда на экран психологии вообще вот фильма выходит личность, выходит психология, да, вот такой вот момент. И главной режиссерской задачей в этом фильме было то, чтобы показать ужасные нечеловеческие условия, но при этом сохранить вот эту человечность. Снега в обзоре мне обещают радости. Бедному сердцу. Какую мысль хотел передать режиссер этой кинокартины? Режиссер хотел прежде всего показать, насколько женщины могут быть сильными, когда они встречаются лицом к лицу с врагом, да, и то, что они могут проявить смелость и отвагу наравне с мужчинами. И вот последний кадр тому доказательство, где мы видим мемориальный камень, возле которого встречается командир отряда девушек, и он видит фамилии, то есть в окружении их детей, своих детей, и он видит на камне фамилии этих прекрасных девушек, которые сражались смело и уверенно за будущее своих детей. Война перечеркнула все. Планы на будущее, обычную счастливую семейную жизнь, возможность жить в любви и мире. Помните подвиги наших героев и тот исторический урок, который нам преподнесли события 20 века. С вами был Игорь Шамшуров. Смотрите только хорошее кино и увидимся в кинотеатре.